сегодняшний полумарафон, забег, это один из самых массовых. Это, на самом деле, занесен в Книгу рекордов Гиннесса по количеству людей, одномоментно стартующих. Я всех поздравляю, кто сегодня вышел. А сегодня нас много. У нас сегодня более 3000 человек, участников забега. Пробежал десяточку, ну, неплохо, размялись, вот по традиции, с собой на финиш сына взял. Я пропитываюсь этой энергетикой, бодрости, счастья, улыбок, встречи с друзьями, вот, да и молодому поколению показываю, что спорт это классно, это круто, и нужно пользоваться тем моментом, что в нашем городе проходит такое крупное массовое мероприятие, что ехать никуда не надо. Ну, больше всего мне понравилось на марафоне, это близкие друзья, ну, и очень хорошая атмосфера. Мне нравится, когда такая погода, так, ну, энергично. Догнал вот перед финишем за полтора километра где-то. Очень конкуренция высокая. Но ощущение только рад. Хотел, как сказать, мало крови выиграть, но пришлось попотеть. Все нравится, все понравилось, как бы. Всегда поддержка очень на высоте.